Картинный зал. Решали вопросы войны. Здесь проходили конференции, встречи. Для фамилии Синдон в зале раскрылись полностью третьей картины западноевропейских мастеров 17-18. Ну, интересно, развеска. Такая развеска называется шпалерная или круговая развеска. Картины вплотную закреплены, одна из мешком русская золотая полоска. Это девушка выключили спушку. Особый интерес вызывают две картины на противоположной стене. Они написаны на батальной теме по заказу Петра I, французским мастером, Пьером, Пенелом, Пенелом. Слева сражение в лесу, справа в Алтарской книге. Это две единственные картины, заказанные французские. А вот картина, которую украшает Петра, это копия украинского мастера, Петра I, Петра II. И это обратите внимание на карту. Перед коррупцией малая белая столовая. Смотри тут, все видно. Портрет Александра I. Екатерина II. Буфетная или сервисная? Thank you.
Прости. Thank you.
Интересно, тоже 19? Естественно.